Житлово-комунальні проблеми, пенсійна реформа, благоустрій та багато інших питань сьогодні турбують маріупольців на онлайн-прийомі у народного депутата України Сергія Магери. Так, зі своєю проблемою у телефонному режимі звернулася мешканка бульвару Морський, 68. Жінка говорить, що опалення в її квартирі майже не відчутно. Я живу на 5-му етажі, у нас 10 етажей. От до 6-го етажа отоплення йде, а після вже не йде. Тобто у нас холодне, у мене єлі тепле, це обратка, у нас дві труби. Обратка єлі тепле, а внизу взагалі люди мерзнуть. Сергій Магера обіцяє розібратися в цій ситуації. Давайте мы сойдемся на то, что попробуем переговорить насчет какой-то экспертизы, что там у вас и так, может быть, помогут, ну посмотрим. Із питаннями щодо транспорту та логістики до депутата звернувся мешканець Кальмюцького району. Добратися їм на ліве береження нужно не 10 гривень заплатити, а 20 гривень. Тобто не ходить ніякий транспорт. Доїжджай до Кирова. Кирова, переходи дорогу, пересаживайся. В общем, двадцаточка туда, двадцаточка обратно. Очень много в прошлом году, позапрошлом году приобретено единиц транспорта, да, общественного. Но, к сожалению, его все равно не хватает, потому что так или иначе какие-то участки города остаются не, будем говорить так, логически не связанными, логистически, вот так. Вот, и это все продиктовано потоком, пассажиропотоком, потому что на самом деле никто ж в убыток работать не будет, иначе надо будет это все оплачивать. Я проинформирую Василия Ивановича Клата, это начальник управления у нас по транспорту, об этой ситуации. Зі своєю наболілою проблемою щодо нарахування пенсії звернулася Олена Стародубцева. Нам стали платить всего лишь 10% от минимальной пенсии, еще назначено когда. Сейчас уже минимальная пенсия совсем другая. И у нас там 30%. Когда было платили всем, кому за 60, а мне уже было 74, мне не заплатили эти 400 гривен. Народный депутат пояснює причину таких змін. Денег действительно не хватает в пенсионном фонде, и тому причина, что это неправильное планирование государственного бюджета. Более того, я скажу, что кабинет министра вынашивает планы вообще отказаться от солидарной системы, с чем я категорически не согласен. Так что вы близки к истине, что денег не хватает. На онлайн-прийомі також присутні і представники районних адміністрацій. Звернутися можна до Приморської районної адміністрації за адресою вулиця Чорноморська, 6, другий поверх, кабінет номер 26, або в приймальню голови Приморської районної адміністрації Петрова Володимира Владиславовича. Усі звернення громадян фіксуються та обов'язково будуть розглянуті. Проводя такі прийоми, розумієш, наскільки складно жити сьогодні простому народу и как нужно работать для того, чтобы помочь, ну, как-то более благополучно, что ли, проживать этот зимний период, потому что впереди зима, всех сейчас волнует, сколько будет стоить отопление. Спасибо, что и районная администрация, и социальная защита вот приходят на такие приемы и отвечают на вопросы, потому что их на самом деле очень много. Дарина Годлевська, Микола Лупаненко, Маріупольська служба новин.